Всем привет, с вами Демон Сталкер, и сегодня необычный Крат The World. Мы с вами посмотрим это мод про рыбочеловека. Потому что сейчас пока что проходит бета, хотя мы писали, что бета-тест закончил. Но все равно, у кого есть эта игра в стиме, можно нажать свойства, там выбрать бета опен и потом зайти в модификации, выбрать две модификации, это Star Wars и про рыбочеловека. Вот все, и мы посмотрим про рыбочеловека, сделаем это размер большой, погодные условия умеренные, частые, умеренные. Дерево, технологии, нормальный режим сложности, очень легко. Очень легко я выбираю, потому что я хочу ощутить полноту данной модификации. Потому что это необычный уже Craft the World для нас всех. Аж сажайтесь поудобнее. Погнали! Это уже... это что-то уже из Star Wars. Получается, что-то похоже. Срубить дерево. Покопать тоннель, завершить дом. Я сколько уже вещей мам. О, барьер. Люк. Защитная панель. Это, мне кажется, знаете, сразу же двойной мод здесь. То есть карты как рыба, пещера рыбочеловека. Ну и еще присутствует мод Star Wars. Кстати, значит, это интересненько, и мы посмотрим, значит, оба мода. Фабрикатор материи. Фига себе, я его еще даже создавать не могу. Но он у меня есть. Вот это да. Топор, кирка, бластер, лазерные патроны. Спальное место. Консервы, завтрак штурмовика. Так, ты у нас... значит, ты у нас самый первый, значит, будешь с бластером. Так, что у нас по каким технологиям? Да, о, да. Ага, так. Люк, я твой отец. О, разработчики вообще. Люк, я твой отец. Бракалисты вообще. Если видишь в небе Люк, не пукайся, это Глюк. О, ну вот это да, вот это класс. ЖК панель, ничего себе. Сервопривод. Сервопривод. Да-да-да, помню из каких-то игр. Чип. Портал. Так, ладно. Нам надо... здесь вода есть. У нас. Так. А что там написано? Прокопать туннель. Интересно. Так, и вот здесь копаем туннель. Вот такой туннель будет. Собери камни. Фига себе, она с первого раза, блин, рубит. Ну. Это, ну, интересно, да, это
живительной энергии для этой игры. Я думаю, что да. Если люди будут сами делать тоже модификации, это будет очень здорово. Может быть, мы сами попробуем. А может, не попробуем. Там будет видно. Так. Фабрикатор материи. Так, куда бы мне его поставить? У нас нету ни барьера. Ух ты. Так. Останавливаться в опасных местах, куда лучше не соваться. Интересно. Люк. Вот он, люк. Где твой отъезжает? Непереводимо на другие языки. Так, железная руда. А у нас есть железная руда. У нас есть. Ух ты, нам надо тотем дали за того меч, ботинки пехотинцы. Так. Так. Да ладно. А что во? Это глюк был. Точно. Там был ты. Люк. Я твой отец, да. Так, а ты у нас будешь с мечом. Повреждение 40. И с рюкзаком, да. Ты будешь, там будет злая сила, ты добрая. Хотя у тебя темный меч. Горючая смесь. Еще экспедиционный светильник. Так, а что можно сделать? Чтобы верстак. Верстак нам нужен. А верстак это... Так, давайте. Здесь. Дом. Сделаем дом. Тоже прокопаем. Земля. Так. Так, лестница. Так, она в рюкзаке должна больше носить, мне как полагается. Новое техновое освещение. Я просто это выпилю. И вот это выпилю. Так.
Так, а что у нас с порталами? Так, это что? Портал. Так, не надо рубить это. Какая-то планета. Интересная планета. О, вот это магазинчик. Так, я думаю, дом сделать большой. Давайте быстрее. Книга рыбака. Так, книга рыбака. Шахтер каменотес. Не знаю, пока что не буду никого делать рыбаком. Здесь надо землю посадить. Так, а где у нас камень? Так, ну вот здесь верстак поставил. Так, нам надо огнево. Так, уголь. Угля у нас нет. Гриб. Сомнительный гриб. Мы должны при приготовлении блюд. Новое существо. Кот, а это же наш бездомный, какой бездомный, домашний животный, то ли кот, то ли сова, еще один питомец для помощи гномам в их приключениях, безобидный слизняк. Жабалиск, это то, что мы из предыдущей бета, ну о чем мы новые. Что новое-то было, не понял. А это может быть здесь, это новое. Так, освещение. Так, вот. Спецционная. Вот.
выполнил. Оп. Оп. Так, а если дверь, так, а это что, защитная панель? Прочная внешняя панель представляется базовый условий любой планеты. А это алюминиевый леса еще есть. Тотем. Так. Вообще прикольно. А, заменить заднюю. А, прикольно, не так же. Заменить землян. Шахтер, каменотес. Ну давайте. Ты будешь шахтер, кузнец, а ты каменотес и. А, пускай будет рыбак тоже. Будет бластерами все. Чи-чи, рыбы глушить. Еще один чувак. Канистра, емкость для переноса хранения жидкости. Так, нам надо еще. Ты тоже будешь с бластером.
Так, а у нас еще есть этот глюк. Так. Заднюю заменим, потом переднюю заменим, так, давайте ходить. Так, давайте посмотрим древо технология. Ух ты, фабрика материи, пластмасса, прессовые панели, чертежи, элемент питания, напольный светильник, а вот защитная панель, мост, шлюз, окно, шлюз. Это же под водой можно. Интересно, интересно. Как высоко будет дом у нас? Достаточно, в принципе. А здесь старый, да? Старый, все вот это броня, все вот это. Магазин, конечно, был. А нет, есть броня из морского чудища. Броня 18. Шпас меч рыбы пилы повреждение 20. Щит из костей. Раз, два, три, четыре, пять. Книга пловца. Книга скалолаза. Воин, плотник, маг, мельник, охотник, повар. Золотой щит.
нас еще есть. Плотник, лесоруб. Так, у одной у нас уже есть. Дала тебе. Так, кирка. Это бластер. Так, у тебя оружия нету, да? Рыбак. Так, мне надо отёс. Лесоруб. Кузнец. Рыбак. И, а ты плотник еще будешь. Плотник ты будешь. Сенсорный или обычный экран для вывода информации. Кузница нужна. Нужна кузница. Так, кузница, кузница. Кузница. Ну, допустим. Все, похоже, здесь можно делать. Но я так просто проверил. На всякий случай. Так, вот большой домик, да, мы? Может, нам не нужен такой домик? Заменить песок. Ну, в принципе. Вот такие дела, прикольно, прикольно. Будем дальше, конечно. Сбалансированная добыча ресурсов. Пользовательская. Добыча ресурсов. Откуда вы все беретесь? Сейчас сбалансировано все будет. У нас у всех есть оружие. Да, но не у всех есть.
Ладно, очень интересно. Эту паузу можно так ставить. Очень интересно. Всем спасибо. И до новых встреч. Увидимся на просторах космоса. Пока!